кукла в окне ломбарда. Беда. Тут рад не рад, а задержишь взгляд. Станешь, стоишь, глядишь на продающееся барахло и эту куклу в окне ломбарда. Малышка какая-то задержала взгляд и отвернулась, тяжело дыша. Вот и попробуй пойми, почему эта кукла оказалась в окне ломбарда. И есть ли вещи страшнее куклы, вырванные из теплой детской руки, куклы, лежащие в окне ломбарда? Ее предыстория, в общем, ясна, буднична и оттого страшна. Увольнение, долги, дни без пищи, ночи без сна и безработица, смерти страшнее она. Да, кукла, кукла в окне ломбарда. Не удивит уже никого в нашем городе нищим и заселенным. Тут и не то происходит, но не предавайся отчаянию, глядя в это окно. Мы выкупим куклу, нас миллионы.